Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Соберем для начала монеты. Так, денег у меня маловато, всего лишь лям 200. Лям 200, так, подожди-ка, у нас с тобой... Ага, здесь готово, здесь. Ух ты, территорию мы себе неплохо расширили. Так, монеты забираем. Так, что у нас еще? Где-то еда должна быть. Где-то я помню, что у меня была еда. Ух ты, торговый район. Тут надо обязательно все собрать. Надо сюда ставить статую, которая собирает все ресурсы за меня, да? Чтобы не кликать. Ага, вот еда. 359 тысяч. Что у нас тут? Это забираем. Так, это у нас пастазух. Поместить. Так, давай дальше посмотрим, кто у нас еще тут. Так, андилофазавр, тоже его помещаем. И, блин, всех позабыл, ребята. Афиакадон, конечно же, тоже его помещаем сюда. Но на этом еще не закончилось наше. Так, здесь, надеюсь, эволюция до конца пройдет. Угу, держи карман шире. Эволюция не завершена. Дальше активируем, и 2 часа нам придется подождать. 2 часа нам придется подождать. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут за задание есть. Так, принять участие в ПВП, использовать 3 ускорения. Так, потратьте монеты 500 тысяч. Ну, здесь с драконами, о, с динозаврами все понятно. Так, здесь заберем награду. Схватки. Давай посмотрим, что у нас там по схваткам получается. Так, главная награда понятна. Мы заходим с тобой в события и смотрим. Эволюционная борьба. Мы с тобой будем получать ДНК. А нужно ли оно нам? Ух ты, дрожь земли. Нифига себе, спинозавр мод 2. Я вот думаю, что защищай свою территорию. Ну, посмотрим. Ёк-макарёк. Тиранодон. Что будем делать? Мы будем драться, друзья. Будем драться не на жизнь, а на смерть. Так. Орнитохейрус. Ну, против него-то мы поставим, наверное, вот этого парня, да? Но здесь Димитродон. А против Димитродона лучше, наверное, поставить Диплотатора. Хорошо, а вот против Птеранодона мы, наверное, поставим... Хотя, знаешь, что я лучше сделаю? Вот так и вот так. Ну что, друзья мои, с Богом. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне, и мы здесь с тобой пройдем без проблем. Что атака 180 маловато будет. Но тем не менее я хочу бомбануть. Можно было бы, конечно, взять бонусное очко. Но я хочу ему бомбануть, ребята. Так, мне кажется, он будет сейчас меняться. Так и есть. Ох, ё, 603, ты серьезно сейчас? Я в шоке, ребята. Я просто в шоке, как он мне тут звезданул сейчас. Так, ну что, 407, мы тоже у него тогда отнимем здоровье. Естественно, он сейчас будет менять летуна. А летуны против амфибий очень хорошо заходят, да? Ты посмотри. Ты посмотри, что он вытворяет. Ну, ребят, я не знаю. Просто я не знаю, что нам сделать. Так, 272. Давай-ка я, наверное, поставлю защиту. Нет, я сделаю не защиту, я сделаю так и вот так. Пробить у нас не пробьет, точнее не уничтожит. А вот теперь пора бы нам. Пора бы нам с тобой заняться им. Так, у нас 5. У него 1075 здоровья. И, наверное, я поставлю еще бонус. Все, мы его уничтожаем. Так, появляется, да? Смотри, какой лохмандей, а. Что он будет делать? У него тоже 5, ребята, атак. И он все сливает. Он все сливает, и прикинь. Естественно, он на расслабоне, потому что он знает, что здесь у него все, как говорится, в кураже. Короче, он все слил. Давай посмотрим, сколько у нас по атаке получается. Нам нужно
1300. То есть это мне надо все сливать, что ли, получается, так? Получается так, ребят, другого варианта я не вижу. Люто? Что я могу сказать еще? Ну и, как ты видишь, выходит Димитродон. Он сейчас сделает всего лишь одну атаку. Всего лишь одну. И вот что у него там, сиди теперь и думай. Или он поставил все на защиту. Короче, ребят, я не буду долго тут изобретать велосипед. Я, наверное, все в атаку солью. Но если я не прав, то у меня крышка будет. Хватает? Хватает. Фух. Друзья мои, я просто по острию ножа бежал сейчас. Потому что стоило ему еще одну сделать защитку, и мы бы его не пробили бы. А он бы мне, конечно, звезданул бы, мало не показалось. А так у нас все отлично получается. Так, ну что, первое столкновение мы с тобой как-то одолели. Уйнозавр, ну против него мы поставим, наверное, тирано... А, так тут все травоядники. Слушай, ну если тут все травоядники, тогда мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Что скажешь? Конечно, у них атака здесь, особенно вон, смотри. Кентрозавр. Вообще жесть какая-то, а? Угу. Поехали. Сейчас будет такая серьезная довольно-таки битва. Ну, единственный плюсик, что у них, естественно, атака будет намного меньше, да? Намного меньше, чем у меня. Поэтому я беру сразу же здесь бонус. Будет интересно атаковать, а? Будет. Причем двойную атаку делает. Не побоялся. Не побоялся он. Вот теперь думаю, зря он это сделал или не зря. Так, ну что, мы его ушатываем, да, получается? Ага. И выходит вот этот хлыщ с довольно приличной атакой. Неужели он все сольет? Ты представляешь, он все сливает, он не боится. Он не боится. Так, а у нас всего лишь две атаки. А, нет, три. Тогда что, распрощаемся мы с этим голубчиком, да? 1300, вот не хватает чуть-чуть. Вот если бы две бы атаки, было бы нормально. А так приходится все-таки три. Ну и вот этот последний голодранец. Кто тут у нас? Терезинозавр. Так, ну 113 к атаке, ребята. В принципе, ему все надо сливать, если меня завалить. Так, а вот теперь интересно знать мне, сколько мы будем наносить. Упс. Ребята, проблема. Проблема. Короче, я сделаю так. Хочу посмотреть, что он будет делать. Ага. Ну что, кобзда тебе. Сливаем, ребята, все сливаем. И валим его. Четенько. Но еще один поединок у нас впереди. Так что расслабляться пока рано. Наоборот, обстановочка накаляется. Так, ну что у нас там, код 19 опять сгорелся, да? Трындец. Слушай, а вот эти вот ребята как раз, они, ох ты, они против млекопитающих. Да еще и вот этого возьмем с тобой. Да кучи. Погнали. Сейчас будет весело. Мои летуны как раз и предназначены для уничтожения этих самых рептилий. Бонус. Тут даже и думать нечего. Прикинь, 98 всего лишь атаки. 98. Смех, и он их реализовывает. Ну что, пора с ним распрощаться, да? Раз, два. Это ему достаточно. И бонусик с тобой возьмем небольшой. Это, как говорится, для следующей атаки. Так, Эриопсика мы завалили. Саркозух появился, ты прикинь. Что, будет все в атаку сливать? Это будет большая его ошибка. Нет. Он ничего не стал сливать в атаку. Поэтому мы сделаем с тобой три атаки, одну защиту. Вырубаем. Саркозух минус. Так, гриппозух. Ну это голимый крокодил. Так, у него 5 очков. Да, тут он меня завалил. Но сейчас выйдет еще моя птичка Эдюморфодон. И, естественно, завалит. Естественно. Ничего тебе, парень, здесь уже не поможет. Круто.
То есть мы с тобой прошли это событие довольно неплохо, я считаю. Надо мне теперь получить награду заслуженную, будьте мне добры. Только вот дайте легендарку, пожалуйста, пожалуйста. Плиз, 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 плиз. Да какой, блин. Анха Пристис, вот кого они мне дали. Блин, вот в последнюю очередь я хотел получить какого-то антихриптиса. Да иди ты, о, разберись там. Видишь, что ли, я сейчас злой очень. Так, использовать три ускорения, собрать моды. Давай соберем, наверное, с тобой моды по Шурику. Так, какие тут у нас есть? Деньги я тратить не хочу. Доллары тоже как-то неохота. У нас еды очень много. Давай за еду, ё-моё. Тратить еду и получать моды. Так, это редкие. И выпадает нам с тобой прочная кожа. Фигня на самом деле. И давай вот это вот. Эхо, эхо, давай, 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 быстрее. Что ты мне на этот раз подкинешь? Отключает мод вражеского существа. Ну вот это вот неплохо, ребята. Выполнили мы за... Да чтоб тебя, кто там? Иди разберись. Так, забираем награду. Принять ПВП сражение. Использовать три ускорения. И использовать в сражении три разных класса животных кайнозойской эры. То есть они мне говорят: Рэй, сходи-ка в кайнозойскую эру и подерись. А зачем нам драться просто так, согласись, если мы можем с тобой... Так, сразитесь за главный приз. А тут ничего больше нету, да? Больше тут ничего нету. Вот здесь мы можем с тобой... Это будет считаться, как будто мы с тобой сыграли или нет? Я думаю, что будет. Давай попробуем. Эх, рандом, рандом, рандомчик, да? Давай возьмем, наверное, одного. Так. Так. И вот так. Поехали. Хочу просто посмотреть, кто тут против нас будет выступать. Ну, обычно здесь в кайнозойской эре нас валят. Ты посмотри, Официон, нифига он мощный какой. Ёк-макарёк, это та самая, да, псина, которую мы можем тоже, в принципе, ее прокачать, если будем ее... Стоп. Ух, так тебе, парень, не повезло, мы тебя сносим. Ты посмотри, он набрал одних пещерников. Даже этот нам не проблема, согласись. Даже этот нам не проблема. Так, он ничего... А, нет, он все-таки потратил одну атаку. А если я сделаю вот так? Слушай, он даже не стал ставить защиту, прикинь. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если атаковать, ему крышка. Все, парень. До свидания. Мы с тобой распрощаемся. Раз, два, три. И бонус. Пока. Ну что, ленивец, выходи. Ты дышишь. Мощный. Кстати, вы в курсе, что скоро выйдет новая, ребята, новая игра? Юрский парк. Не знаю когда, но я видел уже такие наброски по игре. Вроде неплохо. Так. 80, да, он мне нанес урона. Ну что же, а нам пора, наверное, все слить в атаку и уничтожить этого Эриматерия. Офигенно. Обалдеть, один справился, прикинь. Со всей этой компашкой вражеской. Ну что же, респект ему. Ага, мы еще с тобой приз умельца сейчас заберем. И это будет что? 30 очков доверия. Ну, спасибо, спасибо. Я их забираю. Так, больше нам пока не надо крутить. И хочу глянуть. Забираем, забираем. Использовать три ускорения. Кстати, подожди-ка, у нас же с тобой инкубатор это свободный. Свободные. Может быть, нам кого-то все-таки поставить выводиться туда, а? Так, давай-ка глянем. Коллаборинг у меня есть?
Посмотрим. Есть. Пускай вот он как раз-то и выводится. Нам нужен будет еще. Так, опять здесь кот, а? Смотрим еще, кто у нас тут есть. Блин, монеты. Собирал. Смотри, как деньги, ребята, улетают у нас. Со скоростью света. Вот этот вот стегоцефал вообще не выпадает нам, прикинь. Просто не выпадает. А лазавра тоже нету. Ведь так. Так, а ты-то кто у нас? Ютараптор. Слушай, а ютараптора, кстати, можно тоже поискать. Он, по-моему, у нас есть? Нет, нету. 520... Если сейчас, ребята, я все солью. Все деньги. 333 тысячи всего лишь осталось у нас в наличке. Жестко, конечно. Так, суперзавр. А еще есть у нас с тобой? Нету. Каритозавра, по-моему, тоже, если не ошибаюсь, у нас нету. У нас вон там нудозухи, пастозухи и тому подобное. Так, что-то мы с тобой здесь деньги не забрали почему-то. Ага, Джесс. Может быть, его нам как раз. Вот, активируем. Ну, игра, как всегда, в своем репертуаре. Взяла и выкинула меня. Так, я забыл, что я хотел там сделать-то. Пеликанимим, а еще есть у нас? Нету. Пускай тогда Гац будет у нас здесь вылупляться. Аэротитан. Аэротитан у нас прокачан. Слушай, у нас же еще есть водяные, водные. Чего мы все с тобой на этих-то зациклились? Этих же тоже как бы нужно прокачивать. Так, о, иди разберись. Он что-то не достали, зачистили. Что-то монет здесь опять много накопилось. Или я просто не успел их собрать все. Кто-то говорил, диплотатора прокачай, говорит, до 40 уровня. Другие говорят, не стоит рейкачать до 40 уровня, иначе у тебя повысится планка по мощности. Типа, ну, будут противники сильнее. Так, вот это что такое? Вот это вот. Ага, понял я, его можно типа прокачать. На рынке есть у нас такой? Нет, у нас есть геликоприон. Вот его можно, наверное, поставить вылупляться. И, слушай, тут где... Так, погоди. Иритатор. Топежера. Тирана-титан. Слушай, а тирана-титан у нас вообще где находится? Это он? Нет, это раджазавр. Вот он, тиран-титан. Конечно, нам нужен будет еще один, и все будет у нас окей. Так, ладно, мы с тобой должны что сделать-то там по заданиям? Так, а что здесь за награды? Ну, тут ДНК, да? На гибридов. Сразиться за главный приз. Использовать 3 ускорения. Ну что, я думаю, наверное, нам пора с тобой идти на арену. Дрожь земли. Блин, смотрится, конечно, он офигенно. Тут ничего не скажешь, да? Это гарантированный приз. Это если вот тебе выпадает вот эта карта, все, ребят, ты как пить дать получаешь пулей просто-напросто. Так, ну раз это значит самое начало, значит мы с тобой берем самые-самые-самые-самые-самые первые примитивные динозавры. Давай Рамфоринха возьмем. Возьмем с тобой Афиакадона и Диплодока. Смотрим, кто против нас будет выступать. Кто осмелится. Ой. Ой. А чё? А почему? Ведь только начало. И почему такие мощные? Это сразу. Эй. Что ты смотришь? Вылупился. Ну, ребят, тут... Эй, защиту поставлю. Вот это трэш. Не ожидал я просто-напросто. У меня-то все первого уровня, а как видишь, у него 8-го, 22-го, 13-го. Зашибись. Не получится же у меня, да? Заклепать.
Не, друзья мои, не получится у меня ни шиша здесь. Можно сдаться как-нибудь, а? Сдаюсь. Потому что мы так с собой только время зря потратим. И толку никакого. В общем, ребята, я лопухнулся. Именно в том плане, что выбрал первого уровня своих динозавров. Ну и ты сам только что все видел. Это ни к чему хорошему не привело. Надо хотя бы брать 10 уровня. Так что ли? Давай возьмем Капразуха. Адилофазавра возьму и, скорее всего, Тропиогната. Ну, вот так вот, я думаю, еще можно играть. Все-таки 20 и 30 уровни, а не то, что я там взял в начале. Слушай, идеально. У него Гац, Гац и Кулазух. Это все против меня. Это армия Кулазухов. Так, ну что здесь у нас? 300 хп против... Слушай, я, наверное, сделаю попроще. Возьмем, наверное, с тобой Гаца. Да, я поменяю. Вот так вот. Точнее, я не Гаца возьму, а Тропиогнат. Конечно же, у меня Тропиогнат, а Гац это у него. Ну что ты будешь делать, парнишка? Давай, думай. Тебе только атаковать, либо вставать в защиту. Он ничего не стал делать, скорее всего, он встал в защиту. А мы с тобой попробуем сделать две атаки. Вырубаем. Ты уж извини меня, Малой. Будем звать его Малой, потому что аватарка у него там как-то ребенок. Лет 5-6. Ну, чего ты там придумаешь? Опять ничего, ладно. Тогда мы три атаки сделаем. Так, ну здесь выживет, конечно. Здесь он выживет, всего лишь 11 хп у него остается. Пятерочка, да? Но тут он может меня ушатать. Причем в легкую. Вот зачем он это делает? Зачем он сливает 5 атак? Я не понимаю. То есть он все взял и слил. Поэтому нам достаточно с тобой одной атаки. И бонусы. Тыч. Почему я взял бонус, ребят? Потому что Кулазух может сейчас мне неприятности здесь сделать. Хотя с его атакой. Но если он все сольет, то да. То, скорее всего, вырубит. Проверим. Интересно, девки пляшут. Ну тогда я солью все в атаку, раз такое дело. Все, ребята, им крышка. Так. Хоба. Понял. Он своими лапами просто его раздавил. Блин, мне нравится, как он вот эту штуку. Это, ребята, ему сделано для устрашения. Я еще помню раньше, когда маленький был. Все, наверное, любили читать, да, про динозавров. Вот, и я тоже читал. И вот эти вот штуки, которые у него раскрывались, это именно для устрашения. Так, ну что, 73-я позиция, как ты понимаешь, это ерунда. Тем более, лига детенышей. И выпадает нам с тобой хавчик. Ну, а мы с тобой продолжаем. В лиге детенышей легко дерется, потому что здесь, ребята, не такие уж сильные соперники. А это уже там повыше рангом, конечно, будет жестко все. А сейчас пока мы с тобой на расслабоне. Ну что, возьмем Раджазавра плюс Лимносцелиса и, ко всему прочему, возьму Бронитозавра. Единственное, что здесь, конечно, мы с тобой тратим по 5 долларов за каждый поединок. То есть у меня и по долларам полный провал, и по деньгам. Единственное, что у меня в приоритете, это хавчик. Хавчиком тут можно, конечно, закормить всех. Ну что, Стегоцефал, ты посмотри-ка. Ты посмотри-ка, что он сделал. Ну, а мы с тобой так тогда поменяем. Да? Лимносцелиса возьмем. Кстати, у него все рептилии. А вот так вот. Что он будет делать? Две атаки. Окей. Так, ну как ты понимаешь, мы его сносим. Давай. Так, и выползает Кулазух. А там у него, по-моему, еще Нундазух. Что он сделает, ребят? Ну, две атаки может, конечно, прописать. Хе, он ничего не стал делать. Ох, давай, иди сюда, родной. Влупим ему по полной программе, а? Готов.
Ну давай, Нандазух. 32 к атаке у него. Все придется тебе сливать, ты в курсе, нет? Да и то, по-моему, не хватит. Задумался что-то там, да? Да, ушатывает. Так, Раджазавр выходит у нас и уничтожает. Ему хватит вот этих вот 4 атак, чтобы подбить 127 хп. Все. Да, какой же ты здоровый, а? Офигеть. Ну что, поздравления. Куда мы с тобой перемещаемся? На... Ох ты, на добычу. Мы вошли в лигу добычи. Рулеточка тут уже немножко другая. Еее, классические бойцы, ребята. Кто же мне там выпадет? Трицератопс. Ай-яй-яй-яй-яй. И 65 очков доверий. Мы продолжаем с тобой схватку. Мы перешли в лигу добытчиков. Тут уже, ребят, ну, немножечко будет посложнее. Но, опять же, повторюсь, не так. Не так сложно, как в ранге повыше. Поэтому берем с тобой Гуанлунь. Возьмем, наверное, с тобой Аргентинозавра и Алангозавра. Давай за рекламу. Так, ну что, смотрим. Оу, второй уровень, 21. Слушай, я думаю, что это нам будет по зубам. Так, хищники. 3 хищника у него. Ага. Слушай, я, наверное, возьму бонус. Слушай, нафиг я взял бонус? Он же сейчас меня разворотит. Упс. Чё-то я лопухнулся по ходу дела, да? А он ничего не стал делать, прикинь? Я тогда сделаю вот так. Четыре атаки у тебя. Блин, ну травоядник, ясен перец, здесь ничего не сделает. Так, сколько он слил? Два очка, да? Два очка, ладно, хорошо, давай попробуем. Если он даже две защиты поставит. Блин, фигня получается. Короче, меняем. Вот так вот. И делаем с тобой все в бонусы. Зачем, потом узнаешь. Зачем я это сделал, ты потом узнаешь. Так, ему надо будет потратить две атаки, чтобы уничтожить моего аргентинозавра. Но он тратит все, и это большая-большая его ошибка. Почему, сейчас увидишь. Так, поехали. Так, у него 269, да, здоровье. Этого нам будет достаточно. Дальше мы с тобой сделаем одну защиту и плюс 3 бонуса. Вырубили. Так, Афиакадон. Ну, посмотрим сейчас, что он будет делать. Сколько он потратит на атаку? 4. Опять же, это вторая его ошибка, ребята. Или он на этого, на тиранозавра надеется, я не знаю. Так, ну что? Раз, два. И этого достаточно. Раз, два, три. 4. Ну что, поехали. Готов, хлопчик. Тиранозавр. А вот теперь все решится. Вот он и попался, ребята. Вот он и попался. Не зря я сделал 4 защиты. Поехали, уничтожаем этого хламона алангозавром. На, гуляй, Вася. Нет ничего слаще победы, ребята. Я уже раньше вам это говорил. Ну что же, мы переходим с тобой дальше на очередной поединок. Куда мы с тобой сиганем? Так, ну что, 45-я позиция, я считаю, неплохо. Крутим. А нам выпадает что? Хавчик. И мы продолжаем. Ну, противник-то здесь уже действительно посерьезнее идет. Давай я возьму Чжец. Плюс. Стоит ли мне брать Аланга? Давай, наверное, Астафелькозавра возьму одного. И
трицератопса. Или же как? Вот, кулазуха лучше. Ждем соперника, и вот он. Долго себя ждать не заставил. Тоже у него есть рептилия, тоже есть хищник, и... Но вот здесь немножко, конечно, фиговенько у нас. Я возьму, наверное, бонус. Посмотрим. Так, будет ли он атаковать? Или все-таки переключится на хищника? Хм, он ничего не стал делать. Раз, два. И защиту. Допустим. Угу, вообще ничего не стал делать. Так, ребят, ну чё? Я, наверное, сделаю, знаешь что? Раз, два, три. Раз, два, вот так вот. Я хочу, чтобы он первый сделал ход. И оттуда уже мы с тобой пойдем в разнос. Промолчит. Мне кажется, он ничего не будет делать. Твою налево, блин, зря защиту только влепил, а? Давай, короче, я сделаю. Он если переключится... Хотя, ладно. Вот так вот. После этого мы с тобой пойдем уже в наступление. Если он сейчас ничего не будет делать, то пойдем в разнос, короче. Ага. Ну вот, парень, теперь лови от меня подарочки. Короче, так, у него 122 хп. Он же все слил, да? Все слил. Подожди, нет, не все. У него одна защита, по-моему, да? Да, одна защита. Так, вырубили. Следующий кто там у тебя? Тирана-титан. Ну, давай, хлопчик, посмотрим, что ты будешь теперь делать. Ничего. Ну тогда прощай. Раз, два, три, четыре, пять. И бонус. Так, влупили, короче, моему. И выходит стегоцефал. 34 уровень. Максимальное количество у него очков 8. Теперь смотрим, что он будет с ними делать. 5 сливает. 3 у него осталось. Ну, а я сделаю, знаешь как? 4 плюс 4, да? Мы с тобой берем 4 бонусных очка. И защиту. Ха-ха, все, ребят, по-моему, кранты. Так, 4 потратил. Ну и все. Сливаем по полной программе, и я думаю, что ему крышка. 8 очков. Все в атаку. Его ничего здесь уже не спасет. Да, кулзук, конечно, мощно, да? Звезданул, тут уж не поспоришь. Победа за нами. И мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим, сколько нам дадут кубков. Куда мы с тобой передвинемся. Слушай, мы, наверное, с тобой до следующей лиги успеем дойти. Крутим рулетку. И выпадает нам... Блин, лучше бы 100 баксов выпало, а? Лучше бы нам выпало 100 бакинских. Так, ну что, давай определяться. Скалозавра, может быть, взять. Давай я возьму скалозавра. Кетсу. И пастазуха. Только немножко по-другому сделаем, вот так вот. Да, оптимальненько. Я в ожидании, я весь в ней. Ох, ёк, макарёк. Зашибись. И у него все летающие, да? Как-то не особо хорошо получается здесь. Я могу предложить только один вариант.
Хотя, погоди-ка, зачем я буду спешить? Давай будем с тобой передавать бонусные очки от низшего к высшему, как говорится, да? Нам нужно вот на нем, чтобы у нас было по 8 очков. Только он сможет здесь разрулить вот эту всю паршивую ситуацию. Решил атаковать, да? Ну что, этого, в принципе, мы можем с тобой снести. Вот именно его. Если нам захотеть. Так, у него раз, два... Но придется все слить. Твою макарену, нам еще и не хватило. Ох, ёк-макарёк. Ну что, ему придется потратить две атаки, чтобы ушатать. И он это делает с превеликим удовольствием. Так, а нам с тобой достаточно сделать одну атаку и бонус плюс защита. Сейчас посмотрим, сколько у этих здоровья. Пеликанептерикс, да? То есть, как бы от пеликана идет. Угу. 89 к атаке. Он решил подкопить бонусы, да? Скорее всего, он решил подкопить бонусы. Но если я, например, сделаю... Сколько у него? 234 хп, да? 3. Давай я все солью. Ай-яй-яй, зря. Ну да ладно. Зря, не зря. Этого уничтожили. У нас есть еще с тобой травоядник, так что, в принципе, тут 65. Всего лишь 65 к атаке. У-у-у, друзья. Сейчас мы его разнесем. Все будет сливать, да? 4. Ну, как ты можешь догадаться, что вот от этого парня Лимноринг будет сейчас просто щемиться по кустам, по щелям. Я не знаю, куда он там будет бежать, но ему крышка. А мы с тобой переходим в следующую лигу. Красавчик, молодец, принес мне победу дополнительную. Поздравления. И выжившие мы теперь. Спасибо огромное. Так, ну что, крутанем. И... да, 75 ДНК. Поехали. Ну, здесь уже, как ты понимаешь, на выживших, ну, будет посерьезнее. Возьму аэротитана. Возьму... нет, капразуха все-таки возьму. И стегозавра. Вот так вот. Ожидаем противничка. Ох, ёк-макарёк. Диплодатор, серьезно что ли? Хорошо, что у нас все-таки первый это аэротитан. Как раз против диплодатора. Я думаю, что, наверное, надо сделать атаку. Он, скорее всего, диплодока возьмет. Лично я бы поменял. Но тут уже все зависит от него. Да. Все правильно он делает. И одну атаку можно было бы, в принципе, сделать. Но он почему-то отказывается. Так, я тогда тоже, ребята, поменяю. И возьму бонус. Интересно посмотреть, что он все-таки будет делать. Нет смысла ему менять. Ха, а вот это уже интересно. Ну что, погнали. Пропишем, ах ты, выживет. Выживет, ребята, он. Ну да ладно. 4 очка. Куда он будет их распределять? Давай посмотрим. Чтобы убить стегозавра, ему понадобится 3 атаки, это минимум. Но он включает все 4. Так, как ты понимаешь, да, диплодока мы с тобой убираем через одну атаку. Плюс я возьму вот так и 2 бонуса. Шел отсюда. Вот теперь начинается самое интересное. Метриоринг. У него 70 атаки. По здоровью ему всего лишь 183. Я думаю, что 2 атаки хороших
нам будут очень даже кстати. Ничего не стал делать, зря. Раз, два, три. Раз. И вот так. Проверочка, да? Угу, это для затравочки ему. Теперь посмотрим, что он будет делать. Давай, сливай все в атаку, и тебе кранты. Он все, ребят. Так, ну мы выживаем. Выживаем, можешь не волноваться. А вот насчет него я очень сильно сомневаюсь. Раз, два. Раз, два, три. Поехали. Оу, щет. Что же он сделает? Да хорош, он ничего не стал делать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Угу, вырубаем. Диплотатор. У него 117 к атаке. То есть достаточно 3 сделать, да? А 2 в запасе у него будет. Или он как-то по-другому распределит. Окей. Тогда все, друзья. Аэротитан его уничтожает, потому что у нас еще 2 бонусных очка. Переходит, естественно, в основные очки. И мы с тобой все сливаем на атаку. Потому что он даже не защитился, ничего не сделал. Все. Победа здесь за нами. И это круто. Ну все, 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 все. Хорош, красавец, красавец. Да, 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 да. Мы на тебя посмотрели вдоволь уже, досыта. Так, поздравляет. Нам дали с тобой кубки. Счет у меня 157 кубков. Это мало, друзья мои. По этим меркам это очень мало. И кусок мяса. Ну что может Рей заслужить? Конечно же, кусок мяса. Хотя бы поджаренный бы дали, что они тут дают сырой какой-то. Так, я хочу еще, ребят, посмотреть, есть ли у меня тут откат. Мне же нужно сделать 3 ускорения, но, как видим, пока ничего нету. 10 минут минималка еще, да? Хотя вот тут 6. Ладно, у нас еще есть динозавры, поэтому продолжаем биться. Афиакадон, Нундазух и анкилозавр. Блин, вот этот, конечно, по уровню-то хорош, но вот именно по атаке. И по здоровью. Здоровья у него, конечно, вообще очень мало. 268. Так, ну что, Димитродон, да? Против нашего Афиакадона. И нам уже надо прямо вот сейчас, ребят, менять. Вот так вот. Он, наверное, немножко в шоке. Понятно, я бы тоже был бы в шоке. Я даже не знаю, что бы. Я бы, наверное, менял бы, скорее всего, вот на этого. Чтоб хоть как-то... Но нет, он рискует, ребята, он атакует. Мне кажется, что это было очень зря. Это было очень зря сделано. Так, ну что, возьмет он 2 атаки. Допустим, возьмет он 2 атаки. Все равно ему крышка. Давай, 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 Димитродон, я жду. Меняет. Так, берет стегозавра. Что он этим хочет выиграть, я вообще, ребят, не понимаю. Потому что если я сейчас возьму вот этого парня и сделаю вот так, ты понимаешь, да? А он вас позовет Капразуха. Ну, Капразух, что он сделать может? Слить все свои очки. Окей. Такой довольный. Ну, теперь смотри, что я сделаю с твоим Капразухом. Мой Нундазух его просто сейчас разорвет. Вот так вот я сделаю. Ну и вернулись мы с тобой обратно к Димитродону. То 8 хп, да? Неужели он все сольет? Ну, ему терять нечего, ребят, поэтому он все сливает. Ну, а мы с тобой просто уничтожаем. Адьюс, амиго.
Все коротко и ясно. У него даже видел, на шее там кровоподтеки были. Видимо, мы его по шее саданули. Так, прекрасно. 24 кубка, итого у нас 181. Хотя бы 200 кубков, что ли, получить. Окей. Ну что, готовимся на кусок мяса? Нет, надо же, дают монетки мне. Так, подожди-ка, мы с тобой что-то здесь завершили. Давай, наверное, заберем награды. Ага. Так, а по заданию, наверное, нам... А, использовать 3 ускорения. Оу, тут уже эти готовы у меня. Поместить. Зачастили вылеты в игре. Друзья, не знаю, с чем это связано. Так, забираем с тобой этого теперь. Поместить. Так, это все забираем. Это все мы с собой забрали. Так, можем активировать еще, да? У нас есть ячейка, и поэтому... Так, я хотел, знаешь, что сделать? Вот, официально. Пускай выводится. Пора, как говорится, и ту эру прокачивать. Так, и мы с тобой продолжаем. Подожди, при чем здесь события-то? Вот, мне нужно сразиться за главный приз. Фух. Так, беру топижеру. Блин, диплодока не хочу брать. Я, наверное, возьму все-таки анки. Нет, наверное, надо начать взять диплотатора, а уже после этого анкилозавра. Я весь во внимании. Опа. Ихтиостега как раз подходит, да, под моего топижару. Ох, сейчас ему будет не сладко. Я думаю, что надо атаковать. Причем сразу же. А диплотаторы у нас с ним одинаковые. Ты видишь. Так, он может, кстати, сейчас топижару вот этим вот звездануть. Это будет больно. Это легенда. И он, да. 311, серьезно, что ли? О-оу, друзья мои, что будем делать? Что будем делать? Менять, наверное, да? Вот так вот. Все равно он мощный. Берем защиту. Трындец. Ему надо все сливать, чтобы меня подбить. Абсолютно все. И тогда я буду в проигрыше. Блин, он все сливает, ребята. Я в проигрыше иду сейчас в данный момент. Причем в лютый. Так, давай уничтожаем этого хламона. Достал он тут уже. Так. Ихтиостега. Сколько у него там? 137 к атаке. Так, ну по идее мы должны выжить, да, если он потратит даже все. Проверим. Я выжил. Ну теперь, парень, берегись. Мне достаточно одной атаки. И возьмем-ка мы с тобой 3 бонуса. А я думаю, ты понимаешь, зачем мне нужно 3 бонуса, да? Для того, чтобы топижарочка смог уничтожить вот этого вот диплотатора. Но опять же, все зависит, что он сделает. Если он сейчас сделает одну атаку, это будет плохо. Угу, красавчик. Все, он клюнул. Он подумал, что у меня там еще, наверное, защита стоит. И он захотел наверняка уничтожить его. Ну, а топижарочка, конечно же, его подлавливает. Потому что у него ничего нет. Ни защиты, ни шиша. И мы ему сейчас прописываем по полной программе. Вот так вот. И диплотатор, как ты видишь, улетел там фиг знает куда. Красавцы. Все великолепно. Так. У нас с тобой все меньше и меньше и меньше становится динозавров, которыми мы можем с тобой поиграть. Так, что мне тут? Ну, естественно, ДНК. Хоть бы доллары дали, действительно. Ведь ни шиша не дают. Так, здесь можно забрать. Так, это один откат. Ускорение мы сделали с тобой, да? Тут где-то, наверное, еще есть у нас. Вот. И вот. Все, задание я выполнил. По поводу ускорений...
Секунду. Что бы нам с тобой здесь предпринять? Можно взять Ютирануса. Что я, наверное, сделаю. В плюс. Хм. И все? Ну да. Вот этих возьмем с тобой двоих. И все, друзья мои. Больше нам с вами некого взять. Сейчас посмотрим. Если он возьмет рептилий, то мне кранты. Если же он возьмет травоядных, летающих, там еще кого-нибудь. Красава. Он просто красавчик. Он подстать мне сделал. Ну что же, сейчас будем веселиться. Этого мы с тобой сразу сносим. Пирораптора. Прям не задумываясь. Ага. Паразаур Орлов. Его вышел, такой деловой. Ну и что ты сделаешь мне, Паразаур Орлов? У тебя 60 к атаке всего лишь. Всего лишь 60 к атаке. Ты можешь только защиту себе поставить и прожить еще один ход. Но он так и делает. А я сделаю его вот так вот. Ну? Ты думаешь, у тебя что-то получится? Я сомневаюсь. Он решил отсидеться, что ли? Я не могу понять. Раз, два, три, четыре. Давай все сольем. Угу. Так, и это у него лабиринтозавр. Всего лишь 55 к атаке. Ничего ведь не сделает. Все, друзья мои, тогда мы, наверное, его сейчас уничтожим. Да, ему крышка. Потому что он хоть по здоровью не очень сильный, но по атаке он будет здоров. Ну, остается нам забрать с тобой все награды. Так, выживший. 49. 49-я позиция, 229 кубков, как ты видишь. И достанется нам с тобой. Блин, ну почему, почему? Мясо, конечно же, мясо. Так, забираем здесь. А наши награды? Открыть. Мясо, мясо. 35 бакинских и... Вау! Вот так вот с пака, ребята, выпал мне кранозавр легендарный. Это что-то с чем-то. Кстати, скоро мы с тобой накопим 10 очков. Ну, 10 тысяч очков доверия. И, соответственно, мы сможем открыть опупенный пак. Так, теперь я хочу посмотреть, что же это за динозавр у нас такой выпал. Но у меня вроде бы такого не было. Так, новинка, я вижу здесь. Вот он. Кранозавр, прикинь. 25, да, конечно, мы его активируем. И будет он открываться 3,5 дня. Я думаю, что он того достоин, ребят. Блин, вот так вот просто взял из пака и вытащил. Блин, вот это классно. Тем более, пак-то обычный. Угу. Так, ну вроде бы как и все. Больше нам пока здесь нечем заняться, потому что все у нас по откатам. Динозавров у нас нету. Все тоже, как говорится, отдыхают. Наверное, им нам пора отдохнуть, да? Что ты мне скажешь? С деньгами, конечно, беда. Когда у нас была VIP-подписка, у нас таких проблем не было, потому что там давали много денег, много еды, много всего, да? Но без VIP-подписки, как видишь, наши дела идут очень-очень плохо. Как-то так. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.